Привет, гости и подписчики канала. Сегодня покажу, как мы убиваем автомойки, и немного расскажу о принципе работы насоса высокого давления Boyko Mosh Aquatac Click 125 бар. Значит, здесь у нас редукторная часть. Вот, мойка отработала, ну, порядка, наверное, около 100 моек я произвел ей. Вот смотрите, здесь в редукторе уже есть вода. Когда я разобрал редуктор, здесь была белая эмульсия. Это белая эмульсия, мы убиваем редуктор. Вот поршневая часть. Вот такие вот втулки. Такие вот поршни. И сальник. Значит, втулки, когда поднашиваются, вот воды с примесями, с разными, ну и, соответственно, начинает вода проходить через сальник и попадать в редуктор. Сейчас я откачаю масло и покажу вам сам привод. Так, вот откачал я масло. Вот он привод. Вот эта вот шайба. Как бы показать-то. Не смогу даже прокрутить двигатель. Значит, эта шайба, когда она вращается, она ходит вот так, вот таким образом. Ну и, соответственно, толкает вот эти вот толкатели, поршни. Вот даже вот видно, здесь уже от воды немного есть подтертости. Короче, так вот мы убиваем вот этот привод. Да, тут даже вот на ощупь чувствуются задиры небольшие. Так что вот, если у вас есть мойка, разбирайте, смотрите, обязательно меняйте масло. Потому что я посмотрел запчасти, вот эти вот, вот эта вот мелочевка вся стоит бешеных денег. По-моему, вот эти вот три втулки, каждая, однако, рублей по 300 или по 400. Ну и сами представьте, сколько поршни стоит и все остальное. И вот эта вот особенно приводная часть, вот эта вот тарелка, она тоже снимается, меняется, но там ценник кошмарный. Также, когда будете разбирать, если будете разбирать, ну, не поменяйте местами вот эти вот бронзовые втулки, как вот получилось у меня. Ну, я примерно так запомнил, какая на каком месте стоит. Думаю, проблем не будет при сборке. После того, как масло откачаете, здесь желательно все промыть дизельным топливом, либо бензином. А масло использовать здесь трансмиссионное. Ну, в принципе, можно моторное, но моторное, я думаю, чаще нужно будет менять. Но промывать вот это вот все обязательно. Вот это вот дерьмо все вымывать нужно. Также при работе мойки, если у вас из-под мойки где-то сочится вода, это означает, что вот эта вот насосная часть уже пропускает вот эти вот втулки, пропускает воду. И получается, из-под втулок вот через эти вот отверстия, через эти вот каналы вода выходит. Ну и помимо насоса просто сливается на пол. Да, вот еще забыл вам показать клапанную часть. Вот так вот она выглядит. Здесь также стоят резиновые уплотнители. И также они пропускают воду от высокого давления. Ну и, в принципе, вот все ее устройство. Ну, а там ниже стоит электродвигатель. Принцип электродвигателей вы все знаете. Принцип работы. Все, если это видео вам было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, кто сталкивался с такой проблемой и что вы делали. Всем удачи, всем пока.